Коммунальное самопоощрение. Прокуратура внесла предостережение ДУКу Приокского района за повышение квартплаты задним числом. Но обо всем по порядку. Жители Приокского района получили бюллетени для голосования, где им предлагалось с апреля этого года повысить плату за содержание и ремонт жилья до 73 рублей за 1 квадратный метр. Хотя в соответствии с постановлением городской администрации квартплата устанавливается на уровне 26 рублей за метр. Бюллетень для голосования. Утвердить плату за содержание и ремонт мы должны были поставить. За, против, воздержались. Но за нас все уже поставили. Против все зачеркнули и оставили только за. Ничего не написано. Какая плата, когда, что, чего, ничего нет. Он сказал, что с ЖКО договор делаем. Делаем договор. И на газ там, говорит, заодно будет. Что это за заочное голосование? Точно так же произошло с оплатой за капитальный ремонт. Появилась графа «капитальный ремонт», сумма. Все. Так нам уже пришла квитанция. Мне почти на 400 рублей. Больше я должна платить за содержание и ремонт. Окна как были вставлены 60 лет назад, потрескались, разбитые, никто ничего не делает. Вот. Уже все вопросы за нас решены. Нет, вы что, ну это как? Порядок заполнения решения. Здесь показывается для собственников, чтобы собственник не ошибся, чтобы галочки не ставили, чтобы не зачеркивали лишнее. То есть плату никто не поднимает. Здесь тогда именно почему? Альтернатива. Я платила за октябрь месяц 2700, а сейчас за ноябрь мне 3 с лишним. Нет, плата за содержание и ремонт не увеличилась, плата за содержание и ремонт осталась у вас прежней. Говорили замдиректору ДУКа, она сказала, что никакого повышения нет, хотя квитанции говорят об обратном. Повышение за содержание и ремонт есть и значительное. Значит, за октябрь было за содержание 687 рублей, а за ноябрь уже 919. Уверяют, что повышения никакого не было. В прокуратуре после проведенной проверки заявили, что домоуправляющие компании на повышение платы по собственному усмотрению права не имеют. В соответствии с требованиями жилищного законодательства размер платы за содержание и ремонт может быть установлен либо органом местного самоуправления, либо собранием собственников жилых помещений многоквартирного жилого дома. Постановлением администрации города Нижнего Новгорода размер платы с 1 августа 2015 года для многоквартирных домов со всеми видами благоустройства установлен в размере 25 рублей 71 копейка. По данному факту прокуратуры города Нижнего Новгорода была организована проверка, по результатам которой прокуратуры Приокского района генеральному директору домоуправляющей компании Приокского района объявлено предостережение о недопустимости нарушения закона.